откуда? Вот сейчас. Что если вы спасибо, народец Богомедов. Я знаю. Видно же бои в Благовещении. Я тебе расскажу. Баскетболом, настольным теннисом, акваэробикой, футболом и другими видами медико-социальных учреждений, которые представляют гражданам пожилого возраста и видов социальности. Благодарю спортсменов и тренеров за их любовь к спорту и активность. На нашем празднике представители я счастлив присутствовать на таком празднике. Отрадно наблюдать, что спорт в Богородском округе живет, развивается. Благодаря губернатору Московской области, благодаря главе Богородского округа, благодаря депутатскому корпусу, моим друзьям Цыпленкову Денису, Козынченко Владимиру. Это большое дело, потому как здоровые люди, сильная Россия – это то, к чему стремимся мы и наш национальный лидер. Спасибо. С праздником, друзья! Говорят, что здесь есть вас. Вас? Ну, при этом. Прежде всего, он должен сказать так. Потом это лица у нас хочется, ребята, это его. Началось. Черт, поддержка это скажет. Ты не забываешь, что два пояса там висит на твоих губках. Надо поменять. Так, как они. Мне важно мое здоровье, и я стараюсь сохранить. В офисе лежит два пояса. Ваши два пояса. Твои два пояса. На него губка. Ну, это знак. Я его спрашиваю, когда твои пояса будут уже лежать прямо под рядом? Как? Мы надеемся, на самом деле, Денис, это воплощение силы, воплощение здоровья богатырского. И мы хотим, чтобы он был чемпионом, потому как Денис, это действительно лицо силовых видов спорта нашей страны. Хорошо, мы расключаем слоган. Он называется «За победу Цыпленкова». Можете это тоже сказать? «За победу Цыпленкова». Как я боксирую в рамках весовой категории, мне, естественно, нужно поднять вес, поэтому перед боем мне отдыхать некогда. Все смотрим на Дениса, болеем за Дениса Цыпленкова и ставим хэштег «За победу Цыпленкова». Я тренируюсь по возможности, у меня сейчас стабильно понедельник-четверг. Понятно, ну, поднятие бревен. Да, в принципе, после того, как ты уехал, на следующий день я походил, опять же, фермер на дальность. То есть по возможности, конечно, какие-то упражнения делаю, но основные тренировки понедельник, четверг, выходные пытаюсь бороться. Слева смертельные, справа на то, что ты домой. Пусть враги боятся. Ну запишите меня, запишите. Баз-бан. 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 Не-не-не, просто баз-бан, все. Баз-бан? Да, Кирилл. Щукин пришел, Павел? Щукин. Щукин, Павел, здесь? Гоу. Поближе, поближе, сей. Ничего, ничего. Давай-давай-давай. Гоу. Сильнее, давай, тяни. Гоу! Гоу! Тащи! Красава! Гоу! Да, хорошо. Гоу!
Гоу! Гоу! Ау! Гоу! Стоп! Гоу! Гоу! Держись! Держись! Гоу! Давай, 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 давай! Держи! Держи! Ломай его! Оп, 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 пошел, пошел! Давай, 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 давай! Тяни, 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 тяни! Тяни, 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 тяни! Давай! Держи, 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 держи! Тяни, тяни, тяни! Смотри, он тебя ждет, ждет тебя, ждет тебя! Ты уроки сделал! Тяни, 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 ломай! Да, 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 я ему... Давай, выбери тебя! Давай, давай, тяни, тяни! Давай, давай, на тебя поставили. Работай. Снимайте деньги. Тяни, тяни. На себе, на себе. Давай, давай. Травму не сделать, травму не сделать. Хочу, чтобы Денис выиграл так же Деон и Ларат и Пушкаря, как я тут в финале. Лучше быстрее. Красавчик, молодец. Лучше быстрее. Молодец, покажи, как. Да, борьба жаркая. Ничего, ничего, ничего. С криком за победу Цыпленкова выигрывает. За победу Цыпленкова. Дима, упрись хотя бы чуть-чуть, а? Он упертый. Уже нет, упертый. Мне скажите, все есть? Золотой туз. Что здесь, да? По-моему, самый. Это техника с переводом, да, получается. Это у Веры были. У тебя тоже были. Видишь, у тебя, ну что ты делаешь, там была свою кисть отдаешь, это и есть хорошо. В принципе. Это мы связываемся, и ты улетаешь. Это мы лучше ее тренировать и так далее. И опять же, я тебе сейчас не убил, что ты будешь говорить. Я верхом в одну дверь выломал, и это было. Все равно людей как-то одна сильнее прожила. Дайте плакат! У нас такой аномалий родился. Больше, чем и она сильнее. Правый. Уважаемые ученики, сейчас вообще... Семья Бойко и семья Алядина. Мы вас ждем на беговой дорожке для соревнований. Вы записали, но не победили. Еще раз повторяю. Семья Бойко. 5 минут. И на этом конкурс этот будет закрыт. Сниму эмоции отчаяния. Спортивно-гимнастический клуб «Марс»
уже бороться? Нет, абсолютно категория есть. Выше 110. Фол тебе. Куда ложишься, где фол? Это вот надежда. Управляющий бизнес по 100 пудов. Ты понял, короче, если я не проиграю, то уволю. Ну ты держись, как-то. Ты держись, короче, ты понял? Там. Держись. Раз, два, три. Сейчас же его вылезет. Капут. Бери. Это хитрая техника. Придумал, смотри. Надо сразу на мизинец перекатить. Ну только связывается. Давай, 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 давай. Ты понял, да? Ты только знаешь, это не нормально. Ну, я же походу на технику болел. Просто это называется это. А-ля техника сумасшедшая. Смогу, ну конечно, да. На человека давай. Больше. Откручивай, откручивай, не важно. Вес, блин. Таз. Какие ноги? Ты сначала учишь бороться, какие ноги? Ноги, ты уже знаешь, когда уже специалист, он уже себе начинает искать какие-то дополнительные. Пошла, ты еще сверху весь такой, не собранный, а ты уже ноги включаешь. Так, конечно. Все. Там некоторые так страдаются. Плохо становится 30. Ведь пора, главное найти свое движение. Ты не больше его себе не делаешь, то вот эти все сократили руки. Ты сейчас стоишь на одной стороне вот так вот. Снизу горячий, да? Это плохо. Игорь! Такая наша работа. Вот. Василий, вас плохо видно. Чуть-чуть вас плохо. Встань ровно, отсюда. Я так делаю ровно. Алина, встань. Ну что я там делал? Нормально. Есть этот. Руки базуки. Базуки. Я видел, но я был. Ты уже можешь выходить из спорта, уже можно все. Я бицепс видел, сечется как. Четыре головы набиты. Четыре головы набиты. Братья и ценными представителями комитета. Здравствуйте большое.
Молодец. Так что, ну давай же мальчик. Мне кажется, Ларат примерно так же приедет. Вова, так же понял. Не-не, подождите минуточку. Нет, ты должна вот так. Откройте. Девушка, ну посмотрите на меня. Нет, ты должна показать это, что ты меня... Не, вот так вот сделаю. Не правильно. Я так и начал. Мы поздравляем. Все за ними быстро фотографируем. Покажите вот так, вот так, вот так. Так вот в чем сила-то. А ну еще вот, откройте, а то половину. Ты понял? Игорь, с такими... Они, приехал, подожди, там, пальцы свои. Раздавил всем, короче. Секрет оружия. Всем ладони. Секрет в размере ногтя. Вот они. Все, спасибо. Вот она. Только выпал. Не слышишь? Да нет, нет, все руки берешь, так и знаешь, как этим, степпером. Победители призера соревнований среди семей, пожалуйста. Довольно. Типа моя. Денис, спасибо, всего доброго. Игорь, к тебе приезжал, чем тебя мучил Игорь? Ну, он сейчас по всем спортсменам топовым ездит. Проверяют их на, скажем, на упражнениях, каких-то тех, которые, я так понял, ему надо было. Ну, собственно, в принципе, ничего страшного не произошло. Интересно даже. Но все равно это чуть-чуть. Не совсем армрестлинг, да? Ну, не то, что армрестлинг, то есть все равно как бы армрестлинг это вместе. На что тебе далось легче? Натяжка. Натяжечка была попроще. На пальце, скажем, ручка все-таки для меня толстая. Это как в армлифтинге, да? То есть, когда получается делать какой-то результат, где-то там наравне, ну, натяжечку. Натяжечку он делал хорошо. Но я думаю, все равно. Тут просто еще в этом движении кисть играет роль. По поводу вообще, то есть... Народ волнуется, народ смотрит, ты строишь дом, народ волнуется. Я уже не строю его. Я уже его не строю. Как тренируешься сейчас? Ну, выбрал для себя 2 дня в будни чисто в тренажерном зале и в выходные пытаюсь бороться. Ну, даже в таком формате это как бы нормально. Потому что у меня все-таки ставки больше не на силу, на выносливость. Поэтому мне хватает ребят, которые вот сегодня приходили. Так, именно прочувствовать вот это вот кипение крови. Ну, а на блоках в зале уже прибавляю по весам. И когда в следующий раз армприцеп с тобой будет? Мы 18 числа едем в Дмитров, ну, не в Дмитров, там в Дмитровский район. Вот, собственно, как бы все толпой собираемся. Позвал нас Сарычев туда, Кирилл, он там будет проводить что-то. Ну, и мы в том числе. И армрестлинг, и... Что-то сделаем, силовое шоу какое-то. Сейчас будем на неделю уже все конкретно решим. Ну и в путь. Что Игорь показал, куда его отвел, чем накормил? Опять же, первый раз в гостях. Поэтому приехал в офис, в зале все эти упражнения поделали. Потом, в принципе, поехали в клуб. На 100 пудов перекусили, там еще интервью, все дела, там посмотрели, прикинули. Опять же, с Кириллом так немножко свел, он договорился, с ним поехал, его проверил, всех проверил. Поэтому, ну, я думаю, в целом Игорь поездкой доволен. Получилась такая, скажем... Насыщенная. Насыщенная, да. А ты скажи... Армприцеп еще не мылся на твоей мойке? Не, еще не мылся. И все впереди, да? Все никак. Нам просто надо сделать там соревнования прямо на мойке. И помыть заодно, и посоревноваться. Как вариант, да. Да, можно. Хорошее предложение. Окей.
А не видел сейчас поединок? Видел. Барбоса. Видел. Я и Барбоса, и Майкл Тодд, и Варад. Угу. Ну, я его сейчас так конкретно. Ну, на этих столах, то есть плюс они там пытаются. Я, если честно, я, кстати, в Инстаграме со мной Джон Брэнк переписывается. Он как раз вчера написал, что ты думаешь, я не знаю. Что, честно, я не могу понять, там вот эти поединки, что-то там вот, что-то там психуют, что-то нервничают. Я вообще не понимаю, что это. Специально, не специально, то есть они все. У меня вот голова, так, знаешь, я в тупике. Короче, нужно за нормальные правила, за нормальный стол. Конечно. То есть это раз, а во-вторых, там ничего не показывает вообще. То есть я вообще не понимаю, кто там выиграет, кто проиграет, нафиг эти все телодвижения личные. Вы там психуют, что-то там. Ну, не знаю. Как-то все очень наиграно и очень несерьезно. Я считаю. Я понял. Спасибо. Все, все круто. С арм-прицепом. Как они помогают для популяризации? Очень сильно, очень хорошая идея. Уже знаешь, уже даже в голову там или с ребятами общались, мысли такие почищали. А потом уже такие подумали проловить. Надо его фуру взять в оборот. И такое это будет такая сцена. Я приехала, такая разложилась и все. И проводи турниры там на трех столах сразу. Ой, действительно, получается, как на сцене повыше. Всем все видно, всем все понятно. Ну, для популяризации то, что надо. То есть больше фанатов нашего спорта. То есть это однозначно. Да.